Госпожа Шольц. О, я не люблю, когда меня называют госпожой Шольц. Это есть очень официально. А вы наши гости, наш торговый партнер. Ну, Бедезер, называйте меня госпожой Маргер. Конечно, если это не входит в противоречие с вашей коммунистической идеологией. Не входит госпожа Маргер. А просто Марго нельзя, а? Вот такое обращение мужчины к женщине есть всегда немного омоложение для женской души. Бедешон, пожалуйста. Когда я был совсем молодой, я пел очень смешную хорошую песенку. Yeah. Королева Марго танцевал танго. Тигран. Ну, неудобно, понимаешь ли, представителя западной фирмы называть так фамильярно. А если представитель западной фирмы, это приятно. Почему мы ему, ей, не можем оказать такого удовольствия? Господин Ребен, да? Оказывайте мне все удовольствия, все. Насчет всех, мадам, вопрос оставим открытым. Мадам, это звучит так приятно. А вы знаете, в молодости я имела некоторые отношения к танцам. Я была есть актриса. Амбер вышла замуж за богатого капиталиста. А что, есть бедные капиталисты, да? Они бывают очень бедные душа. Мадам, мы уходим в сторону от обсуждаемого вопроса. Господин Ребенко, ну ведь это же очень приятно. Уходить немножко в сторонку, а? Раечка! Фирменного! Маэстро, донское вино! Прошу вас, мадам. Налейте бокал до края игристый землянским вином, как зарину чистый донское вино, для радости нам, для счастья дано. Это ваше игристое есть очень удивительное вино. От него начинается игра в крови. Наш великий поэт Пушкин на наших донских винах сказал: «Приготовь же, Дон заветный, для наездников лихих соль кипучий, искрометный, виноградников твоих». А другой наш великий пролетарский писатель Максим Горький о нашем шампанском сказал: «Оно несет в себе солнце, мадам». У нас очень любит ваш Горький. А вы с каждым днем все больше любит ваш Зюзе. Сладкий. Господа, скажите мне, Бита, как вы изготовляете этот вино? Вот там написано, мадам. Изготовлено старым казачьим способом. Старым казачьим способом? Да. А что, это старый казачий способ, она отличается от новой казачьей способа? Отличается, мадам. О, чем? Он старше, мадам. Да. И у вас есть специалист? Это старый казачий способ? Есть один старый специалист. Thank you.
товарищ сержант в отставке Белокопытин Пантелей Митрофанович. Знаком себе. Какой казак! Да. Какой казак! Он уже не опасен, как мужчина. Не беспокойтесь, мадам. У него устойчивый пенсионный возраст, мадам. Да. Но мы еще, так сказать, могем. А что это есть могем? А, мадам, ну это непереводимое казачье выражение, да. Да-да, ни в одном справочнике не найдете. Осторожней, дед, осторожней. Да, осторожней. Я не люблю, когда такой казак осторожен. А, Пантелей Митрофанович, ну? Вот мы рекомендовали тебе как специалиста по изготовлению цемлянского игристого старым казачьим способом. Да. Было дело. Вот где госпожа Маргот, да, люкс баба, мадам. Да, Мишель, господин Белокопытин. Расскажите мне, господин Белокопытин, как вы изготовляете этот вино? В песне или в словах? В песне? Он бита. Весною нальем, бутылки мы быстро, смолою зальем, смолою душисто. Пусть бродит вино, лежит под землею, чтоб выпить могли мы дружной семьей. Как в нашей крови играет отвага, играет, поет цемлянская брага. Донское вино, донское вино, для радости нам, для счастья для нас. Донское вино, донское вино, для радости нам. Я уже слышала. Скажите, Бита, при старый казачий способ, в каком положении хотя бы находятся бутылки? Извиняюсь, лежа. Это прекрасное положение. О, но, к сожалению, мадам, таким способом мы можем выпускать не более 100 000 бутылок в год. Шады. Господин Белокопытин, я имею желание выпить за ваше здоровье. С удовольствием, мадам. А коньячка нема? Ну, господин Белокопытин, держись своего репертуара, понимаешь? Не беспокойтесь, Тигран Калусович, старый казак ума не пробьет. На радость тебя! На счастье дано! Основная продукция, мадам, производится новым способом. У вас есть специалист новый казачий? Да, есть один молодой специалист. О, вот, познакомься, Машенька, госпожа Шольц. Маргарет Шольц. А, простите, мадам, да. Мария Забазова. Какая молодая женщина. Слушайте, это вы изготовляете вино, которое так нравится на Западе? Да это мы, мадам. Как вы замуж? Ну, это что, на эти вопросы я тоже должна отвечать. Она одинока, мадам. Не надо, товарищ директор, отвечать за меня. А впрочем, мы еще вернемся к этому вопросу. К какому вопросу, Машенька? К какому? Вопрос о замужестве. Бита, мадам. Зацензих, мадам. Скажите, пожалуйста, а чем могу быть полезна? Скажите мне, Машенька, чем старый казачий способ отличается от новой казачий способ? Технологии. Технологии. Скажите, а при новый казачий способ бутылки тоже находятся в положении лежа? На, горлышками вниз. Да это казак, эрклер, да сдвяжен. Ай, момент, мадам, потому что новая технология. Вы знаете немецкий язык? Ну, а как же, обязана знать. Иногда приходится читать иностранную литературу. О, Мария, вам нравится здесь жить? Нет, мадам. Ворон? Мадам меня спрашивает, почему. Вот ее-то я понимаю, Машенька, почему. А вот тебя почему не понимаю. Ну, у вас же здесь так красиво, да смело. Ну, мадам, что это за море? Это так просто болото с лягушками. Это что за баснова, это что? Меня спрашивают, и я отвечаю. Ну, у вас же здесь такой он симпатичный люди. Да, мадам, но мне все равно, какие они. Я уезжаю отсюда. Что? Куда ты уезжаешь? Ворон.
Неужели у вас здесь нет любимого? Мадам, Мария Забаздова пользуется огромным уважением у работников комбината. Это есть правда? Раз директор говорит, значит правда, мадам. Только от этого уважения я лучше не сплю. Дебитая, что? Я говорю, очень плохо сплю. Вам кто-нибудь мешает спать? Да вот именно, что никто не мешает. А ворон никто не мешает. Ну, как бы это вам, мадам, помягче объяснить? У нас очень мало холостых, да. А те, что имеются, просто для нас не подходят. А ворон не подходят? Ну, вы только своего добиться и в сторону. Это они есть очень деловые люди. Да, мадам, у нас очень деловая молодежь с высшим образованием. А Тигран какой процент? А, 138. Ты что, спишь, что ли, понимаешь? Прости, я не понял. Что... Машенька, а что, если вы будете уезжать к нам на Хвин? Какой Хвин, мадам? Бена. Мадам, это очень интересно. Это очень интересно. Это Бена. Это вы любите музыку? Я очень. Мадам, Мария поет в хоре. Запивает даже. Да. Запивает? Да. Вино? Мам, мадам, шо вы? Просто в хоре я исполняю соло. Да. Соло! О, слушайте, а про что вы любите петь? Патриотически. Про любовь. О, Зелина. Да что нас мальчики не любят, чем мы для них не хороши. А потому что они без сердца и души, они любовь не понимают, ее обходят стороной, и потому-то мне быть приходится одной. На небе месяц златорогий, и ярко звездочки горят. Но почему-то мне о любви не говорят, а я любовью и страдала. Ночами темными не сплю, и потому-то я эту местность не люблю. Куплю билет второго класса, зайду на белый пароход. Но почему-то сердечко жалобно замрет, оно замрет, пронзенно болью. Какая горькая беда, а потому что я с любовью навек прощаюсь навсегда. Посмотри навек. Посмотри, что наделали песни твои. Иностранец плачет. Мадам Марго желает посмотреть производство. Производство, Ник, производство. Хирсдилибе, здесь любовь. Мари, не надо быть такой печальной. Все будет зарпутолрайт. Очень хорошо, любовь. Любовь, она бывает такая бемерка, сверзургрюка, хитика. Но бывает такая унерварте. Неожиданная, ой! Бывает так, что тучи за горой, какой-то час, и солнце заслоняет. Любви бывает всякое порой, и никогда не знаешь, как бывает. Любовь у нас чудес полна, и ярче звезд горят глаза, а если даже набежит слеза, то все равно любовь, она чудес полна. А если даже налетит гроза, то все равно любовь, она чудес. Я вам пою об этом, как друзьям, с которыми сошлись пути дороги, и все же сердце я вам не отдам, оно уже принадлежало многим. Любовь она чудес полна, и
и ярче звезд горят глаза. А если даже набежит слеза, то все равно любовь, она чудес полна. Любовь, она чудес полна, и ярче звезд горят глаза. А если даже налетит гроза, то все равно любовь, она чудесна. Производство. Ведро, пожалуйста. Крыса, она еще поет, а? Да понимаешь, Тигран, что наговорила Запасного перед представительницей загнивающего капитализма? Рая! Раечка! Иди сюда, быстро. Скажи, что с Марией приключилось, а? Сложный вопрос, Тигран Голосович. Раечка, она что, в самом деле собирается уезжать? Ну, говори же, надоело ей здесь, одиночество надоело. Какое одиночество? А коллектив комбината? Вы-то со своей женой живете? Ну что ж, мне с чужими женами, что ли, жить? Подожди, Рая, Рая, скажи, может, у нее любовь несчастная, а? Нравится один агроном. Какой агроном? Это не мой секрет. Какой агроном? Он у тетки Анисии в бригаде работает. Ерофеев. О! Ой! Кто нам этом ничего не знает? Безобразие, понимаешь? Почему не знает, должен знать. Надо было довести до сведения. Такая девушка технолог комбината. А что ж вы, подружки, помочь не могли, да? Да, он за другой нашей подружкой указывает. А это еще кто? Дуська Сетрова. Дуська, все катастрофа. Они что с Дуськой? Свадьбу собираются собирать, да? Ну кто их разберет, чего они там собираются? Где Дуська? На курорте развлекается. А по Дуське сохнет Мишка Цыпленка. Ты понимаешь, Тигран, Мишка Цыпленка от несчастной любви тоже может куда податься. Ой, не исключено, Гриша, не исключено. Здравствуйте, здравствуйте, Григорий Иванович. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогой. Я по личному вопросу. А по какому вопросу, Мишенька? Отпустите меня с комбината! Вот и все. Да тебя какая муха-то укусила? Не муха, Григорий. А что? Любовь. Коситровый, что ли? А вы-то откуда знаете? Директор Миша должен все знать. А я не могу. Я не могу смотреть, Григорий Иванович, как этот самый Ерофеев ей голову крутит. Миша! Миша, дорогой, подожди! Ты же рожден для большого спорта! Ну при чем здесь какая-то любовь? Я знаю. Ты же наш донской Пеле. Я знаю. А он на ней не женится. Так ты женись, Миша, да? Она почему-то не хочет. Стоп! Да. А, что? Поможем! Так это же в ваши функции не входит? В наши функции, Миша, все входит. Потерпи, Мишенька. Терплю. Устроим твое счастье. Да. Иди, сынок. Гоняй мяч. Спасибо, отцы. Да. Лиса, да. Дуська Осетрова. На курорте! Ты понимаешь, Тигран, какая опасность нависла? Забавно, в самом же деле может уйти, а? И Мишка Цыпленка в центр форварда лишаемся, и всей самодеятельности труба. Труба? Квах-квах-квах. Да брось ты свое квах-квах-квах-квах. Что делать-то будем? Все будем взвешивать, Гриша. Что? Что взвешивать-то? Что из себя представляет Мария Забаздова?
Прекрасный специалист. Благородная. Ну, что тут благородство? Спорный спор, Гриша, по-своему благородная. Да, нет этого благородства, хоть в море бросайся. Гордые, образованные. Я бы таких дальше среднего образования не допускал. Уже допустили, Гриша, принципиальная. Ну, если бабе приходи называть принципиальной. Уже назвали, Гриша, благородный, гордый, образованный, принципиальный. Это же объективные характеристики. Да ты что, я характеристику для новой работы, что ли, готовишь? Все взвешивай, Гриша, все взвешивай. Ну, что взвешивать-то? Ты же ведь Ерофеева насильно любить-то не заставишь. Зачем заставлять? Он сам у нее в ногах должен валяться. А ты как же, Тигран? Забаснову надо сломить старым казачьим способом. Как, Тигран? Умом. Так. Хитростью. Ага. Смелостью. Да. И отчасти насилием. Ой, Тигран. Насилие сегодня карается, Гриша, Тигран. Смотря какое насилие. Гриша. Ерофеев агрономит в бригаде Каргополовой. Так надо же говорить с Анисией Прокопьевой. Ага. Вы звали, Григорий Иванович? Проконсультироваться надо, нищая. Давай. Ну, как виноград. Первым сортом сдаем, а готовки премии. Это кто же вас там за качеством-то наблюдает, а? Ну, тоже не знаете, Шуль? Ну, что, бригадир, это ясно. Ну? А еще кто? Агроном Ерофеев. Ну и как он? У смысле производства первый сорт. А у других смысла? У каких других? У личном плане. У личном? Ага. Вольный казак. Не женат, да? Да зачем она ему жениться, Григорий Иванович? Когда ж у нас основная рабочая сила? Женская шпаголовья. Так что ж ты смотришь на это спустя рукава-то, а? Моя основная задача, чтоб виноград первым сортом шел, чтоб и Христе наивысшего качества было. Но если не будет и Христе наивысшего качества, тогда что? Это почему же оно не будет наивысшего качества? А по причине утечки квалифицированных кадров. Да, Ерофеев твой за кем ухаживает? Данный вопрос не по моей части. И все же... Но? Задузская и Сетровой видала вместе в кино. Не за той ухаживает. Что вы говорите? Уже не за той. Не за той, Анисия. За другой надо. За другой? Ты Марию Забазнову знаешь? Так что я не знаю. Уходить собралась с комбината. Ну, агроном при чем? Выходишь, что при чем? Имею. Некоторые агентурные данные, что из всех холостых он ей больше всего по душе. Да а ну если... что? Да куда ему данные? Она же гордая, образованная, ой, принципиальная. А он? Да. Но агрономы вдруг грубиян. Вот я тебе говорю, что грубиян, вот значит грубиян. Грубиян, грубиян это хорошо, это годится. Да что вы, это раньше ходилось, теперь нам обхождение подавай усё. Анисия! Уже не учим дело, Анисия, мужики, спокойно. Я понять не могу. Это единственная возможность сохранить на комбинате старшего технолога Марию Забаснову. И центрального нападающего Мишку Цыпленкова. Что это вы мне голову морочите, понимаете ли? Что вы ставите задачки, которые я понять даже не могу? Наша задача, Анисия, создать обстановку. Какую? Забаснова. Вот это.
А Сетрова? Цыпленков? Ерофеев на острие атаки. Наша задача. Ерофеев, Забазнова, а Сетрова, Цыпленков. Что вы говорите? Здравствуйте, товарищи руководители. Здравствуй, Ванечка. Здравствуй, дорогой. О, ну, да, что это? Что-то. Лично вопросов нет. А мы? Они еще про кофе надо. Ой, да шо вы? Да я ж свое дело сделала. Так обстоят дела. Когда такое дело все бросают, никого не волнуют вопросы качества продукции. Не улавливаю. А что тут не улавливать? Они не волнуют, и все тут, и тебя в первую очередь. Это вы что ж ко мне адресуете? А ты еще к кому же? Ты же агроном, наука. Но вы только что ж говорили, что все идет первым сортом. Да где же первым сортом-то? Это Дуська Сетрова первый сорт? Да. Вот именно. Что, других нет, да? А мне и другие не нужны. Что, так и будешь жеребчиком ходить? Вот именно. Ваша работа? Нет, ты, бригадир, не спрашивай, ты сам отвечай. Сделал Дуське предложение? А чего же делать предложение? Она и так на все согласна. Слушайте, какая гадость, а? Тебе не стыдно на женский пол клеветать? Так что же ж руководители мне, значит, уезжать отсюда? Зачем уезжать, Ванечка? Семьей надо обзаводиться. Ой, с кем тут обзаведешься? Так уж и не с кем, понимаешь. Да вы что ж, руководители, вы что ж, женить меня хотите? О, а почему бы нет? Смотрим на тебя, восхищаемся. Такой молодой, красивый казак Иван Ерофеевич. Любую покорить захочет. А? Ваша работа? Да. Ну? Моя? Спасибо за положительную характеристику. А ты решил, что я тебе все прощать буду? Сейчас держи. Да вы лучше бы за своим дедом глядели, Анисия Прокофьевна. А это какой еще дед? Ну ладно. Ты брось, понимаешь, провокации тут разводить. Это какой дед? А дед Пантелей повадился к нам на виноградники и все тетку Анисию окажет. А что вы разбудите? По всем данным, Марго желает видеть вас без отрыва от производства. Да? Ну что ж, надо идти. Эх, повезло, Гриша, тебе. Повезло, что до меня, так я таких маринованных не учитываю в качестве женского пола. Господин Белокопытин, а ну-ка скажи, а кого ты учитываешь? А я отношу к высшим достижениям женского пола таких потрясающих женщин, как Анисия Прокофьевна. Ну так вот же, Шана, я же говорю. Да будет тебе, бессовестный. Да уж ежели что будет, старый казак, и пропустим. Еще почти что с колыбели меня учили воевать, стрелять без промаха по цели и никогда не унывать. И потому я дело знаю, и не робею никогда, и жизнь прожил, как понимаю, что нам и горе не беда. Пардон, простите, извиняюсь, как говорится, антрену. Но я лишь честно излагаю всю биографию свою. Я был известен повсеместно, прошел я трудные пути, но жизнь прожить, как вам известно, не просто поле перейти. Старый казак, эх, не пропадет, эх!
скачкам готовлюсь. Ох, сожалеюсь, я вас не снится. Ну ладно. Дед. Пой песни кому другому. Разрешите проводить. Какой казак? Какой казак, а? Окрутить бригадиршу. Крутит он-то, окрутит. А вот ты! Ну что я, в конце концов, ну? Ах, Ваня, вот смотрю я на нашу красавицу Марию Забазову. А что ж вам на нее смотреть, Тигран Калуствович, вы ж женаты. Мне что? Тебе как она? Ничего себе. Привлекательная. Между прочим, нравишься ты ей. А с чего тебе могу ей нравиться? Не знаю. Имею агентурные данные. Но уходить собралась с комбинации. Это с чего же? Говорит. Нет здесь ни одного настоящего молодого мужчины. Скажи, пожалуйста. Прямо так вот и говори. Да? Не вижу, говорит, ни одного настоящего мужчины. Не видит ни одного настоящего молодого мужчины. Но надо же. Надо же, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шуман, уйди. Значит, он так прямо и заявляет. Mm-hmm. Не вижу, говорит, ни одного настоящего молодого мужчины. Mm-hmm. Но надо же. Mm-hmm. Да. Чего? Уйди. Позвольте, Кантовусович, позвольте. Ну скажи, пожалуйста. Да я же сейчас как. Ваня, поставь здесь скорее. Прошу поставить. Спокойно. Понимаешь, что говорит, а? Вот бы ее проучить, Ваня. Ну проучи, дорогой мой. Ну что тебе стоит, а? Проучи ее. Заодно бы и дирекции помог, честное слово, да? Если, конечно, на Дусе Осетровой жениться не собираюсь. Ну, Дуся девушка хорошая, но без фундамента. Бывает. Одно кино в голове. Бывает. Если уж жениться, Тигран Калуствович, то на такой, чтобы душу, понимаешь, держал. Вот я и говорю, проучить надо, Ваня, проучить. И вместе что ли учить-то будем? Жаль, я человек женатый, понимаешь? Эх, жалко, времени мало виноград собирать. Ваня, голубчик, вот. Какое время? При чем тут сроки? Какие могут быть сроки? Главное, не выпустить ее отсюда, понимаешь? Ну, правильно. Интересы производства выше всего, а судьба Ивана Дорофея у вас не волнует. Подожди, зачем передергиваешь? Причем производство? Зачем так говоришь? Нехорошо, понимаешь? Производство. Значит так, Ваня, договорились. Только учти, то, о чем мы сейчас с тобой здесь говорили, будем знать только ты и я. Странно. Странно. Ну ладно, Ваня, что с Дусей будешь делать, а? Ну, это моя забота. Ваня! Иван Калуствович, да, я здесь. Можно вас на минуту? Пожалуйста. Не нашла в конторе директора, хотела ему передать. Да? Заявление. Прошу освободить меня от работы по собственному желанию. Что, Масенька? Может, передумаешь, а? Да я ж согласна поданному заявлению, предупреждаю, за 2 недели. Да подожди, Маша, мы же лучшего технолога лишаемся. Другого найдете. Не все так просто, как ты думаешь.
Не одна ты покидаешь нас, вот он тоже бежать от нас собрался. Да. Ай-яй-яй. Одновременно двух таких специалистов лишаемся. Никто, понимаете, один не думает, а? Ай-яй-яй. Маша, скажи, а может, ты уговорила агронома, а? Я? Да. Да какое мне дело до агронома? Я сама по себе. Эй, а может, вместе куда топ-топ собрали сбежать, а? Во всяком случае, я здесь ни при чем. Маша, совпадение, понимаешь, совпадение. Ерофеев! Ага. А вы почему собрались уезжать? О, вот этот вопрос вы между собой вдвоем выяснили. Да. Все это выдумки, Марья Гавриловна, все это выдумки. А Дуся вы тоже по отчеству зовете? А что Дуся? Дуся есть Дуся. Ну а как же она без вас будет? А как была без меня, так и будет. Чувствую, моей биографией заинтересовались. Ваша биография весь комбинат на зубочек знает. Знаменитая выходит я личность. Да, популярная в одном вопросе. Ну я так понимаю, по части винограда. Нет, Иван Тимофеевич. Это уже второй вопрос. Ну, а который же из двух первый? Ну, выбирайте-ка сами. Хорошо. Пожалуйста. Первым вопросом я выбираю второй. Так почему же второй? Ну, поскольку по производственным показателям рядом с вами нахожусь на красной доске. Вы знаете что, по вашему первому вопросу доску как-то еще не организовали. Но ведь вы меня еще не знаете, Марья Гавриловна. Ну, зачем это мне вас знать? Я, конечно, извиняюсь. Да не извиняйтесь, хотя бы для повышения уровня. У меня и так высокий уровень. Не могу спорить, не могу. Одно ясно, вот из-за вашего-то уровня вы и бежите из нашей глухомани. А вы почему бежите, Ерофей? Ну, это ж честно. По той же причине, что и вы. Погодите-ка, откуда это вы знаете мою причину? Вы что, интересовались мной? Ну, а кто же здесь из мужского сословия не интересовался вами, Марья Гавриловна? Знаете же, Иван Тимофеевич? Не знаю, нет. Вот этот номер не пройдет. Вот так. Вот так. А все-таки при всей вашей смазливости вы стандартная женщина, Марья Гавриловна. Погодите-ка, это я стандартная женщина? Но не я. А с чего вы вдруг так решили? А что ж тут решать-то? Все на поверхности плавает. Ну как же можно судить о человеке по слухам, Марья Гавриловна? А если слухи-то, как ручьи в реку сливаются? Да что ж вы ручьи там ошляете? Ручьям чистыми положено быть. Ну, могу согласиться, неудачное сравнение. Вот так и в других вопросах ошибаетесь. А вот если не ошибаюсь? Ну, на это нужно время, чтобы убедиться, у вас его нет. Ну, почему же у меня много свободного времени? Так вы же через 2 недели уезжаете. Ну, так и вы через 2 недели собрались. А вы куда? А вы куда? А я первый задал вопрос. Я в Крым или Молдавию? О, и я туда же. И вы туда же? Ну да. А вы сбежите? А вы от кого? А мне бежать
Нет. Маша? Да. Давайте сегодня вечером встретимся, а? Сегодня вечером? Ну да. Ой, я сегодня вечером не могу. Ясно. Закованы в стандарт. Боже мой. Ерофеев, да что же вы от меня хотите? Да проверьте, черт возьми, что я за человек. Ну нельзя же жить и никому не верить. Марья Гавриловна. Хорошо, Ванечка. Проверю. Скажите, а где будете ждать? В парке у фонтана в 8 часов. Давайте в 9. Давайте. Когда стемнеет? Когда стемнеет? Жду вас. Жду. Ну, как там у них все? Все в порядке, Гриша. Вывожу Ерофеева на заданную орбиту. Вся аппаратура работает нормально. А? Лучи гран. А? Ты, Орел. Нет, Гриша, я Беркут. Вот так. Боишься, что настроение так слегка испортиться может? Эх, Тигран Калустый. Кажется, Маша заметила одного интересного мужчину. Да, это что, тебя, да? Ну, а почему бы и нет? Ну, чем я плох, а? Ничего, Валя. Понятно, что намечаются некоторые осложнения. Да ну, какие осложнения, Тигран Калустый? Вот скажи, например... А, что с Дусей будешь делать? Проблема. Ага. Ну, что же... Любви всегда сопутствует коварство. Сопутствует. Пока Дуся Сетрова из отпуска вернется, судьбой холостяка Ивана Ерофеева все будет покончено. На сегодня наметил решающее объяснение на лоне природы, как писали классики 19 века. А ровно через 4-5, Игран Калустович, отправимся в ЗАГС. Все рассчитано. Все рассчитано. Одного ты не рассчитал, Ваня. Ну. Дуська Сетрова досрочно с курорта приехала. Спокойно, спокойно, спокойно. С автобуса. Прямо с чемоданчиком ко мне домой прибежала. Кто-то написал ей на курорт, что ты
Заявление об уходе подал. Так я ж не подавал заявление. Я скорее тоже ей сначала так сказал, потом спохватился. А если она с этим так замазанной бросится, подруги как? Ну да, подружки, друг у друга женихов из-под носа тянут. Ваня, Ваня, женская душа потемки. Вот я подумал, может, стоит тебе такое заявление написать. Так я ж не собираюсь уходить. К задним числом напиши. А если придется Марии предъявить? Все надо предусмотреть, Ванечка. Ну да. А потом вы меня по этому заявлению по собственному желанию коленкой, да? Вон, вон, зачем бы? Ты нам нужнее, чем мы тебе. А что, логично. Ой, логично. Бумагу захватили. А, не только захватил, написал уже. Да. Вот. Я тебе сколько раз... Вот, заявление, там ручка внутри подписана, да? Заявление, прошу вас освободить меня по собственному желанию. Вот, 15 августа, Иван Ерофеев. 15 августа? Иван Ерофеев. Иван Ерофеев. О, все. Ну вот. Теперь, если не уговорю Машу, вместе с ей могу отбыть. Да и что? Да ты что? Ты что? Что? Может, она тебя уговорила, а? Все может быть, Тигран Калуч, все, любовь же, это же черт знает, вот какая штука. Это как любовь. Вот перехватить здесь, дорога дышать. Садись и Прокофьевна открутиться. Правильно, правильно. Шо вы, шо вы? Это же одностороннее решение вопроса. Она женщина одинокая, беззащитная, работящая. Я-то да. А ты шо? А я при тебе буду. По домашнему хозяйству мне цены нет. О, резон, а не серезон. Да ладно вам. Вы лучше ему предложите вот этому. Давно пора. Что вы говорите? А вы на меня не сваливайте, бригадир. Я и тоже кое-что вижу. Что ты там видишь? Что ты видишь, а? Отвечай. Как опоздает дед Пантелей на винограднике? Я ж не могу. Как опоздает дед Пантелей на винограднике? Она ж место себе не находит. Все злость на девчаток срывает. Выходите замуж, Анисия Прокофьевна, добрее будете. Резон. Ребята, по-быстрому. Ну, погоди. Миша, иди сюда. Ну, быстрее. Ой, ну что такое? Иди от Седова. Пожалуйста. Долго будешь меня срамить перед руководством, а? А какой же тут срам, ежели серьезные намерения? Намерения? Ты меня спросил про свои намерения?
А чего спрашивать? Они и так наружу. Я кахать тебя буду, как белую горненьку. Ой, какой голубь опять нашелся! Нашелся, нашелся! А я им в контору ходить. В какую контору? Запись акта гражданского состояния. Сегодня 25-й, на 29-й заказал. Да ты шо? Четверо суток остается. А зачем так долго ждать? Я сегодня отвечаю вам. Нет. Украду. Кого? Тебя. Ой, это как же вы такую операцию проведете? На коне прискочу в хату, в арбуз, в будку, заверну в оборот седлатину и старым казачьим способом запись актер гражданского состояния. Ой, коня так не возьмешь. Ну что, не верно? А бурку? С великой отечественной стола. Так ты на коня сам не влезешь? Друзки коня к завальнику подведут, спрыгну. Так тебе ж меня на коня не поднять. Сама сберешься. Если полюбит, так прямо подыш, всюду бывал, воевал, в коннице красной героем скакал. Если подъедешь на черном коне, с этой любовью не справиться мне, прямо беда. Крыться куда? Хочешь, не хочешь, грызи повода. Буду тебя я носить на руках. В белых ты будешь лежать облака. Крепко любить, пиво полить и в сапогах на платформе водить. Я тебе давно симпатизировал. И ненавидел тебя. Ну, за что ты меня ненавидел, знаю, а симпатии мне твои ни к чему. За луны медом тебе кто намазал. Так и липнут к тебе дети-то. Был мед, Миша, был, да весь вышел. Я на Дусеньке Осетровой жениться собирался. А она... Ну и женись, Мишка, могу предать. Она же тебя любит, она же... По дворам бегает, как ненормальная какая-то. Да. Ей кто-то письмо на курорт написал, что ты тут забавное время проводишь. А ты почем знаешь? А что вы, не видите, что ли? Да. Как стемнеет, такой к морю взяли. А ты что, следом ходил? Не-не, да? я один раз наткнулся, да. А потом в систему вошло. Так все время по системе и ходил? Не-не, я всего три раза только. А потом Дусе письмо написал. Да-да. А я анонимная. Я же печатаю буквами, чтобы никто не догадался. А вот Дуся твоя со своей анонимкой посчиталась. Сорвалась в курорт и прикатила. Признаешься, что ты ее покоя лишил? Да.
Но, у меня своя забота. Я бы рад на ней жениться. Женись. А ты бывал с нею? Миша, ну подумаешь, пару раз у кино сходили. Ага, у кино. Большого театра у нас нет. А ты в Усте ходил? Там сыро, Миша. Там ревматизм прихватить можно. Ну, не дальше женись, папа. Не ходил? Нет. Подожди. Ну, а если она скандал устроит? Она же драться начнет. А как я после такой сенсации и женюсь? Ну, не женись. Охотится. Ой. Дитё ты еще, Мишка, тебе не жениться. Тебе в футбол играть нужно. А у футбол? И жена-то играет. Одно спасение, да. Какое? Ты уже, парень, ты иди гоняй мяч, у меня свои заботы серьезные. Иди гоняй. А мы с тобой договорились? Договорились. Парни! Команда, разворачивай. Вперед! Полный вперед. Да ты б сказала, б я б тебе моторку бы подал. Да и так треску много. Да, треску вокруг и без моторок хватает. Хватает, Иван, хватает. Как я ждал тебя сегодня, Маша! Ну что это за особый день такой? А я ж люблю тебя. Уже меня вы... Тебя, только тебя, всегда на тебя смотрел. Смотрел ты на меня, встречался с другими. Ну ты ж это время тоже не одна была. А ты что, может быть, мне какое имя назовешь? А я ведь назову. Дуся приехала, как ты будешь перед ней отчитываться? А я хочу только перед тобой отчитываться. Ну откуда я знал, что я найду тебя? Ведь все поступки заранее спланировать невозможно. Ванечка. Ты что такое? А теперь решил все спланировать? Решил! Ну, если бы настоящий, только один ты нравился мне здесь. Ну, одну сразу. Ну, вот. Столько говорили про тебя. Да. Ну, что ты неверный человек. Ну, так верность-то хранят, когда любят. Ну, да. Маша. С каким удовольствием я произношу твое имя. Машенька. Ванечка. Ванечка, голубчик ты мой. Ну что такое? Да что это такое? Я буквально во всем подчиняюсь тебе. Так это и есть самое большое счастье. Ванечка, никогда не знала такого. Значит так, Маш, я все на досуге обдумал, так прикинул и пришел к выводу. Что такое? Будь моей женой! Вот такая, понимаешь, постановка вопроса. Ой, голубчик, ну ты да. Мой. Ну, понимаешь, у меня еще такое чувство, что не должна тебе верить. Вань. А я-то сегодня был в ЗАГСе и записался на 29-е. Да согласна я. Рассвет и рассвет над нашей планетой, над шумной планетой, планета Земля. Рассвет и рассветы, да тихие ветры. Любовь — это песня твоя. И моя. Рассветы, рассветы, да тихие ветры. Любовь — это песня твоя и моя. Рассветы уходят, закаты приходят. Хорошо. И розовым светом объята земля.
и гаснут закаты. Но только не гаснет любовь наша песня, твоя и моя. И гаснут закаты, но только не гаснет любовь наша песня, твоя и моя. Приказывал на посту зевать? Ну, Вань, ничего, Степан, ничего. Ну, ладно, хорошо. Поговорите по-дружки. Рассветы, рассветы. Дуся, у них через несколько дней свадьба. Какая не свадьба?
имеется заявление. А мне сказал, что не имеется заявление. Что? Обманул? Обманул агроном нашу деву непорочную. Дуська. Что тебе... Дуська? Да тебе просто обидно. Чего это мне обидно-то? Подумаешь, клад какой нашелся. Тоже ей должно быть обидно, поверила. Ну кому трепачу? А что ж ты-то из-за этого трепача с курорта прискакала? Прискачешь тут. Ох, руководитель. Ну, руководитель. Дусь, я своими ушами все слышала. Прямо. Они все поручили Ерофееву сотворить с Машей. Ой, да погодите-ка, девочки, погодите-ка. Как же это я могла поверить? Ты не знаю. Все время мне что-то мешало поверить, и сегодня сдалась. Как сдалась? Да вообще не так, ты думаешь, Дусь. А как? Я, девчата, согласилась выйти за него замуж. А он что, всерьез тебе предлагал? Дуся, это уже несущественно, я не буду с ним. Правильно. Настоящая подруга ни тебе, ни мне. Девочки, да подвиньтесь. Девочки, ну а вдруг человеку настоящему полюбила? А ты еще свищи настоящую любовь. Маша, не торопись, не торопись. Ты же согласилась выйти за него замуж. Я, Ренька, как согласилась, так и откажусь. Ох, Дуська. Грех берешь на себя. Ой, да плевала я на грехи. Я неверующая. За что нас мальчики не любят, чем мы для них не хороши. А потому что они без сердца и души, они любовь не понимают. Куплю билет второго класса, зайду на белый пароход. Но почему-то сердечко жалобно замрет, оно замрет пронзенно болью. Такая горькая беда, а потому что я с любовью навек прощаюсь навсегда. Круто! Девчоночки, девчоночки, отбили мне печеночки. Живу я без печеночек, зато люблю девчоночек, зато люблю девчоночек. Девчоночки, девчоночки, гуляем с вами до ночи, когда у нас встречаете, а утром забываете. Забывайте! Девчоночки, девчоночки, гуляем с вами до ночи, когда у нас встречаете, а утром забывайте, а утром забывайте! Веселье, в честь возвращения Евдокии Светловой! Хайда! Девчоночки, девчоночки, подружки самоварные, вы до чего красивые и до чего коварные, и до чего коварные. Thank you.
Ерофеевым парусем. На загляденье. Спасибо, Тигран Калустович. Пожалуйста. Только поздравлять-то нечего. Да. Что так серьезно, Маша? О серьезном положено и говорить. По-серьезному. Маша, не верь никому, все, что говорил, правда. Сомнения появились в вашей правде, Ванечка. Тогда мне лучше уйти отсюда. Граждане, расходитесь без посторонних лекций. А потом, какой же вы посторонний? Какой же вы посторонний? Да вы же, можно сказать, главное действующее лицо. В комедии, которую пожелали разыграть, при помощи вашего подручного. Это кто же подручный? А некий Иван Ерофеев. Или не так? Не так, Маша, не так. Вот и я хочу выяснить, так это или не так. Хорошо, выясним. Хорошо. Ребятки, подкатите телегу сюда вот поближе, да? Выяснять будем, а? Сюда, сюда, там чуть поближе. Тигран Калустович. Вот сюда, еще поближе, пожалуйста. Вот, да. Несколько дней тому назад вы сокрушали, что я задумала уходить с комбината и охранного. Да. Было это? Было. Сегодня вы сообщили Евдокии Павловне Осетровой, что заявления от агронома у вас и в помине не было. Говорил он тебе, Дуся? Говорил! Маша, скажи, ну почему я, зачем я должен говорить правду? Вот это вертихвост. Что вы тут? Подойди, дай я расширю! Дай я расширю ворота! Это концы, это концы. Спокойно, Маша, скажи, зачем, понимаешь, буду разлагать рядовую хорошую девушку? Сегодня она напишет заявление. Потом он напишет заявление. Потом Райкер напишет. Райкер все что угодно написать может. Каждый напишет заявление, кому только в голову взбредет. Зачем, понимаешь, такая текучесть рабочей силы в самый разгар активного сезона? Все верно говорите, Тигран Калустович. А кому вы говорили правду? Мне или Осетровой? Конечно, тебе. Вот Ерофеев подтвердить может. А заявление Ерофеева у вас имеется? А какой серьезный вопрос, а? А вот если имеется, то покажите. А, Туся! Тебе надо работать в уголовном розыске, честное слово. Девочки, как будто вы белы с моего заявления. Они одинаковые, одинаковые. Опа, ну-ка, погодите-ка, товарищи, интересненько. Товарищи, заявление Маши на сгибах потерлось, а заявление Ерофеева новенькое. Рая! Тебе рано работать в уголовный розыск, честное слово. Маша, смотри. Его заявление внизу было. Твое заявление сверху было. Твое заявление, его заявление охранял. Ну, логично. На, возьми свое заявление, порви. Не собираюсь, Тигран Калустович. Заявление остается в силе. Ваня, может, ты возьмешь свою бумагу? Нет. Заявление остается в силе. Ты что? Ты с ней собрался ехать, да? Да. Нет. Нет, Иван Тимофеевич. Нам с вами не по пути. По пути, Маша, по пути! Так ведь я же имею данные, что вы получили задание провести некую операцию, после которой я должна была остаться в комбинате. Девушка, где твоя скромность, а? Ты что, совсем немножко с ума сошел, да? Совсем, понимаешь, гордыня голову закрутил. Дел там здесь больше нечего. Все собрались, каблуки сбили, задержать за базового на комбинате. Иди на все четыре стороны, гуляй, где хочешь. Погодите-ка, Тигран Калустович. Люди слышали, как вы Ерофееву задание давали. Люди, где эти люди? Покажите, люди. Вторая Гусятникова. Райка Гусятникова, это люди, да. Люди! Райка, я тебя спрашиваю. Слышала? Что слышала? Все, получается, врут. Одни вы честные, Тигран Калустович. Вы давали бы ему такое задание. Можете вы в конце концов ответить? Маш, ты совсем с ума сошла, честное слово. Окончательно. Да, я понимаю, что главному инженеру неудобно признаваться. Да в чем признаваться? В чем? Ну, Ваня, скажи, понимаешь, зачем решил жениться на ней, а? А вы о женитьбе-то не думайте, женитьбы не будет. Правильно, зачем нам такая жена, а? Я тоже думаю, что не нужна. Я могу услышать правду. Поговорили с тобой или нет? Ваня. Ваня.
легче будет. Это бумага, Маша, сегодня написана. Идиот! Достойная пара. Я идиот, она сумасшедшая. Итак, первую половину неправды мы ликвидировали. А вторая половина неправды, Маша, в том, что Тигран Калустович уговорил меня. Сам я идиот. Видал идиотов, но такого, честное слово, первый раз в жизни вижу. Зачем бумагу порвал? Здесь собрался я, хочу уезжать. Все уезжайте. Свалились вы все на мою бедную, единственную, армянскую голову. Пойдем. Вот так вот. Первая половина, вторая половина, третья половина, одна треть половины. А вторая половина правды, Маша, в том, что я действительно полюбил тебя, а ты уйду, уйду. Ты уйду, Ванечка. Иди! Иди! Кто же тебя держит? Да ты же в самом деле тронутый. Ну какая ж ты жена, какая ж ты подруга жизни, если ничего понять не можешь. Ну и что, согласился задержать ценный кадр незаменимого технолога на пользу общего дела? Согласился! Погоди, да что ж ты кричишь-то на меня? Кто я тебе? Не было лжи и нет и... Что есть, Ванечка? Что есть, понять не можешь. Тебе ответить-то нечего, любовь по заказу. Ты что ж думаешь, я такой бесчувственный, что и полюбить тебя не смогу? Ну какая разница, просили меня или не просили? Да я ж их благодарить должен, смелость во мне разбудили. Да спал бы ты дальше. Значит, прощаемся. А нам и прощаться-то нечего. Считай, что представление закончилось, сейчас дам. Дал бы я к тебе этим занавесом, да только... Долго ты грубо скрывал, Иван, а прорвалась. Ты мне сердце расколола, хочешь, чтобы я подаяние просил? Не просил я ни у кого подаяний, и у тебя не намерен. Ну, ты попроси, может быть, подброшу пятачок, ну как же, задание не выполнил. Лишит начальство премии. Эх ты... Катись-ка ты отсюда, да на все четыре стороны. Ты что, может быть, еще и укажешь, в какую сторону? А, укажу. В любую. Вот такая, понимаешь, постановка вопроса. И вот думаете... Я тебе подарок преподнести намерен. Слушай, про твою свадьбу все в курсе, а про мою никто не информировал. Давай сорганизуемся в складчину, дешевше будет. Отменяется свадьба, дед. Как так отменяется? Я в ЗАГСе записался, ты первый, я второй. А ты будешь дед и первым, и вторым, и... Как ты, подожди, что отставку получил? Получил, дед. Полную отставку. Что ты, я смотрю, Машка, меня вся в слезах раскочила. Да не верь ты, нет, слеза бабьим. А это как же не верить? Вся жизнь, можно сказать, бабьи слез начинается. Ты вот что, Иван, ты посмотри на дел по-мужски. Ежели слезы появились, значит, заносил кто девку. А кто мог заносить? Ты. А кроме тебя поблизости ведь никого не было. Слушай, Иван, если ты слушай, лаской не взял, ты силой бери. Она сопротивляться будет, кричать, по щекам хлестать, милицию вызывать. А ты хватай ее и на коня. Да нет у меня такого коня, дед, не было и не будет. Слушай, я тебя подсоблю, опять же свадьба ж заказана. На двоих же дешевле, ты понимаешь? Ты понимаешь? Ну, я тебя подсоблю. Ну, слушай, мы вернем мы тебе твою красу. Да как ты ее вернешь? Старым казачьим способом! Правильно, дед! Начинаем операцию!
нас один расчет на превосходство наших сил. Кто кого? Кто кого? Передо мной стал вопрос, не другого ничего. Все пошло теперь всерьез. Мне допустим, что ушла, от нас фамилия подвела. За слом, за слом, еще за слом, выставили со всех сторон. Кто кого? Кто кого? Перед нами стал вопрос, не другого ничего. Все пошло теперь всерьез. Живи или кручись, и все потомкам передай. И не сдавайся, а боись. И рук своих не обладай. Кто кого? Кто кого? Перед нами стал вопрос, нет другого ничего. Все пошло теперь всерьез. Нет другого ничего. Все пошло теперь всерьез. Косаточки. Ну, косаточка, иди. Не пойду. Ой, жалко мне Марию, а. Чего ее жалеть? Гордыня, понимаешь, поперхнулась, вот. И его жалко.
какое положение поставили. Ходил королем, получил отставку. Короли, Гриша, это отжившие социальные категории. Кто просил его признаваться? Кто? Да честный парень, понимаешь. Гриша, кому нужна такая дурацкая честность? Ну вот что? Что мы ей теперь скажем? Что? Не знаю. Вот ты все затеял, ты иди теперь. Ну я! Давай, давай, ну, давай, вы... поднимайся. Или не шутите? Вот, Мария, извиниться пришли вроде как бы за шутку, понимаешь? В дом не приглашаю, не прибрано, чемоданчики укладываю. Ой, и не жалко, Маша. А кого мне жалеть, Иван Калухович? Вас? Так вы еще какую комедию придумаете, развлечете? Все еще обижаешься. Да на что мне обижаться? Вы же мою личность вон как высоко подняли. А свою куда уронили? Это как понимать, а? Заместитель у вас непонятливый, Григорий Иванович. Если ради моей личности такую комедию нахоронили, выходит, я из себя что-то представляю. Да ты прекрасный специалист, Машенька. Я ужасно жалею, что уходишь, но без особых причин. Спасибо за характеристику. Еду в Абрау-Дюрсон. Абрау-Дюрсон? А! Что за Абрау? Абрау-Дюрсон, что тебе в Абрау-Дюрсон, я не знаю, это жениха, что ли, гарантируют, да? Ну так и если появится, то без помощи администрации. Забазного, да ведь же Ерофеев, ну прекрасный мужик. Ну мне все равно какой он. Я надеюсь, что Тигран Калускович подыщет ему невесту. Он у нас специалист по этим вопросам. Эх, прощай, Мария! Желаю успеха на новой работе. Спасибо. И в личной жизни тоже. Спасибо. Дур ты забазла, вот что я тебе скажу. Что-то вы сказали, Тигран Калустович? Ну как же? Умные начальники, руководители. А какое право вы имели так оскорбить меня? Разговаривать с вами не желаю. До свидания. Все ты, понимаешь, своими словечками. Ну что значит дура? А кто она? Если понимаешь, от собственного счастья отказывается, какой ей другой эпитет подобрать? Дура и есть. Ерофеев, такой парень, на такое дело пошел, травму получил, тоже дурак, между прочим. Да, да, все кругом дураки, одни мы с тобой умные, да? Вот, умный. Ага, вот, Гриша, давай. Пойдем отсюда, пойдем, да, пойдем. Девочки, все. Все, все. Я говорю, что из этой затеи у вас ничего не получится. Да я тоже так думаю. Я во всем виновата. Ну так как это прекрасно, что ты и во всем виновата. Так кто же для тебя? Да. Нам когда в ЗАГС? Ну шо? Завтра в 12 часов пополудни. Кинусь в ноги, пусть прощает. Ну ты посмотри на нее, а. Ну ладно, я пойду там у сторонки полежу. Место себе послушай, выбирай. А что такое? Что такое? Простудишься. Возись потом с тобой, жених. Я сберегу себе. Для моей красавицы. Ой, птичка ты моя. Видала? Уже в красавицы попала. Миша Цыпленка, прекрасный человек. Сгодится на крайний случай. Интересненько. А чего ж ты тогда за него замуж-то выходишь? День-два задержишь его, кто уведет? Ты, например. Я? Да. Да нужен он мне больно. Ой. Мне тоже не был нужен, а за последние дни рассмотрела, ничего сойдет. Ну, пошли. Дай-ка.
Только ты подыгрывай мне. То что, я артистка, что ли? Нужда заставит, акробатом станешь. Что делать? Сами! Маша! Ой, девчата, как хорошо, что ты пришли-то. Привет. Маш, прости! Не прости жизнь, ты себя лишу! Ну, подними. Значит, гибнуть мне, ебануть! Ну, дядь, девчата, в конце концов. Дарай, что ж не такое? Маша! Должна. Да если б не ты, здесь бы осталась, вышла бы за него замуж. Что же, я тебя должна благодарить. А меня ты даже не поверишь. Замуж выхожу. Замуж выходит. Значит, сбылась твоя мечта, да? Сбылась, Машенька, сбылась. И не пропало место в ЗАГСе? Не пропало, Машенька, решили, чего тянуть? Будешь гостей на свадьбе. Да нет, Дусь. Я по свадьбе в гости не хожу. Ой, нам бы так приятно было. Ну, а вам бы еще что было приятно, девочки? Мы тебя в самый центр посадили. В центре положено невестам сидеть. А может, и невестой? Ну, какая же я невеста без жениха-то? Мы бы тебе жениха достали, рай достали бы. Да достали бы, только свиты. Да вы, видно, меня повеселить пришли, девчонки. А хочешь, я тебя окончательно заселю? Рая, скажи, кто у меня жених? Что такое? Мишка Цыпленка! Мишка Цыпленка! Вот это уже подарил меня! Мишка Цыпленка! Мишка Цыпленка! Мож! Ты чего? Мож! Да не реви, ты мож! Ну, вину свою перед тобой, ну как собака языком зализывает, ну что ж не смеешься? О, как собака языком ты резвый, мож! А что бродить-то? А что ж смеяться? Мне твоих жертв не нужно, Дусь. Ты свою жизнь калечишь. Миша Цыпленков, между прочим, прекрасный человек. Слышишь характеристику? День-два задержишься, его Райку ведет. Райку ведет! Темочки! Погодите-ка. Девчата, да разве ж можно такими чувствами-то разбрасываться? Ну, слушай, подружка наша старшая. Рай, иди сюда. Ты много таких... Любовью видала, как у вас с Иваном. Ты много таких любовью видала, как у вас с Иваном. Ну, это тема запрета. Вот помолчи про свои запреты, дай мне сказать. Дай сказать! Ты ж его любишь. Он тебя до безумства. Ну, я попрошу тебя, Дуся. Ты его лучше попроси, чтобы он простил тебя за штучки. Машка, ты! Ну, что? Кино. Любишь? Кино? Да. При чем здесь кино? При чем здесь кино-то? Давай. Давай одну картину не с начала, а с конца. Погляди. Что получится? Да глупость получится. Маша, ты потом скажешь, что получится. Гляди. Ты собралась уезжать, но не приехала Дуся Осетрова с курорта. Да приехала же ведь. Ну, не прислал бы я какое-то обалдуе анонимное письмо. Попался бы он на глаза, ему на гляделки-то вывернула. Ой, сидела бы себе на берегу Черного моря, и сезонная любовь по сропу путевки крутит. Так. И что бы было? Рая, что бы было? Да свадьба была бы не у тебя, а у Маши. Так крутишь кино еще назад. Гуляла бы Маша Забазнова с Ванечкой Ерофеем. Назад. От страстных поцелуев были страстные поцелуи. От разговоров были ж разговоры. Стоп, кино! Куда ж уперли? Было ж вам хорошо вдвоем. Но ведь было. Было. Ну какое твое дело? Да во мне все дело, Маша. Ой, мне же любовь вашу жалко. Где же ее найдешь-то такую? Маша. Ну, ну а я чего натворила? Да что ты натворила?
Да какое кино взяла и разрушила! Кино бывает все красиво, любовь тебя повсюду ждет. А в жизни грустные мотивы, а в жизни все наоборот. Крути кино. Крути кино, крути картины, печали, слезы, мимо, мимо. Крути кино, крути кино, что нам покажут, все равно. И что показывают? Запоминай, в истоме краски. Что преподносят для души? Перед тобой, как будто в сказке. Все хороши, все хороши. Крути кино, крути картины, печали, слезы, мимо, мимо. Крути кино, крути кино, что нам покажут, все равно. Какие смелые герои, у них боязни не на грош. Они так хороши собою, но вспыхнет свет. Ты все поймешь. Ты мне можешь через милицию сигнальчик отыскать, что анонимное письмо на курорт прислал? Прислала? Зачем он тебе? Чтоб своими ноготочками на его физиономии фамилию свою написать. За что ж такое варварство? Чтоб в чужие жизни не лез. Шо? Как клянусь, после свадьбы он перед тобой и без милиции и явится. И? Начинаем операцию. Нема. Брать старым казачьим способом, как только с крыльца сойдет. Руку спрячь, не то сразу внимание обратит. Глаза стоят. Дед! Да. Запевай! Старый казак стоит двух молодых, если полюбит ты прямо под дым всю кухню. Oh!
Это такое искусство не клюет. Принципиальная радость. Ребята, по-быстрому убирай плетни. Лися! Ну что делать? Сюда. А? Сюда. Давай что-нибудь вот это вот. Современное. Буду тебя я носить на руках. Белым ты будешь лежать с молоком. Крепко тебе стыму. Не сбивайся, не так. Здравствуй, Машенька. Здрасте, мисс Прокопина, здрасте. Да. Как живешь? Хорошо, жила, ты нравится еще лучше. Ой. Ну, зайди к гостям. Кажется, не опоздали. Брачующийся здесь? Никого не видно в брачных одеждах. Вы, Раст Иванович, вы не представляете, как я волнуюсь. Нет, вы не представляете. Ведь это же первый опыт выезда ЗАГСа для регистрации человеческого счастья на месте происшествия. Успокойтесь. Клава, простите, Клавдия Алексеевна, это не противоречит советским законам, что вы сюда на виноградник вывезли свое учреждение? Все, что удобно трудящимся, советским законам не противоречит. Мы, знаете ли, совершенно сбили с ног. Ну, все хотят жениться, так и путешествуем по районам. Я надеюсь, вам это тоже доставляет некоторое удовольствие. Ну, конечно. Вы же знаете, что я не замужем. И когда же вы собираетесь переступить эту черту? Когда встречу достойную кандидатуру. А может быть, вы уже видите ее перед собой? Может быть, и вижу, но еще должна убедиться, что это именно та кандидатура, которая может быть достойна моего выбора. Это вдохновляет меня на подвиги. Скажите, сколько пар собираются сегодня прикончить свою индивидуальную жизнь с брачными узами? Записано 3 пары, которые пожелали осчастливить себя законным браком. А вы что больше любите? Разводы или брак? Раст Иванович, ну а кто же любит разводы? Согласен, на разводах не заработаешь. Лично мне еще никогда не приходилось фотографировать разводящихся на память. Да, как-то до этого еще не додумались. Может быть, нам стоит стать новаторами в этом направлении? Нет. Лично я предпочитаю счастливых. Так многие становятся счастливыми только после развода. Проходит
любом из них любви бушует пламя. Заветный миг идущих под венец. Пусть каждый вспомнит нежный час счастливый, кольцо любви и верности навек. Когда вчера еще был только милый, сегодня стал любимый человек. Пусть отлетают горе и напасти, и вечный луч приходит к нам из тьмы. Мы регистраторы чужого счастья, но этим счастьем счастливы и мы. Мы регистраторы чужого счастья, но этим счастьем счастливы и мы. Потом расслабься. У нас поставлено обслуживание трудящихся в личном плане. Между прочим, без отрыва от производства. Да. Здесь каждый может венчать себя. Регистрироваться, мадам. А я? А вам не надоело, мадам? Ну, раз это может когда-нибудь надоесть. Но, мадам, к следующему вашему приезду подыщем вам сигита. Я хочу, чтобы это казак был. Объявим розыск. Уважаемый Владимир Алексеевич, все желающие собрались здесь для того, чтобы вступить в то самое состояние, которое на вашем производстве почему-то называется браком. Да, да. У нас, как всегда, все готово. Благодарю. Дорогие! Навстречу пожеланиям трудящихся районный ЗАГС приехал сегодня на виноградники. Чтобы в этой прекрасной местности произвести гражданский акт регистрации молодоженов. Кто первым подойдет к этой книге? Я не буду. Попрошу, товарищи. Я так считаю, что стариками сделал нас почет. Да, прошу. А кто здесь старик? Все, что в песне поется, правда. Алиса Прокофьевна, Пантелей Трофанович, из песни мы берем слово «почет» вам быть первыми. Предлагаю уступить дорогу молодым. А, да что ты, Пантелей? Да перед смертью уж не надышишься. Но я не возражаю. Давай посмотрим со стороны на эту процедуру. Прошу открыть церемонию. Отступления для автобуса больше нет. Давай, моя красавица! Стой! Остынь пока. Хорошо. Объявляю о вступлении в законный брак Евдокии Павловны Осетровой и Михаила Ивановича Цыпленкова. Сейчас. Распишитесь, пожалуйста. Свидетель! Я! Поздравляю со вступлением в законный брак
Берегите вашу супругу. Оп, редкий кадр. Счастливые молодожены. Музыка. Блаженство и красота, товарищи. Поздравляю вас, Дусы. Спасибо. Мерси, комара. Попрошу следующую пару. А задержаться чуток нельзя. Так, Пантелей, не тормози движение. Ну что ж, начнем они ся семейную кабалу. Распишитесь, пожалуйста. Конечно. Ой, ну я же уперёк должна. Ну что ты вообще? Вообще, ты ещё уперёк. Да. Ой. Свидетель! Да. Где первый? Ну давай, давай, давай. Незадружный. Обнимите вашу супругу. Я сам знаю, что с ней делать. Ты сама. Уйди отсюда. Оп, редкий кадр. Счастливые молодожены. Долгожители. Музыка. Спасибо, мадам. Попрошу следующую пару. Да вроде третьей пары на горизонте не просматривается. Нет, простите. Что? Но я вижу жениха. Товарищ Ерофеев. Непредвиденное обстоятельство. А что? Невеста не явилась. А что, простите, а что же будем делать? И пить будем, и гулять, понимаешь, будем, но на чужих свадьбах. Жаль, очень жаль. Я так надеялась. А как я надеялся, вы ж понимаете. Ну что же, товарищи, являйтесь. Прошу никаких объявлений не совершать. Специально для вас, мадам, да? Это мне казак. Не совсем так. Ein, zwei, три. Это и есть старым казачьим способом. Совершенно справедливо, мадам. Ох, как бы я хотела испытать это на себя. Что вы говорите, мадам? Мадам, не волнуйтесь, обеспечен, обеспечен. Как же это так понимать, Иван Тимофеевич? Машенька. Я вас спрашиваю, Иван Тимофеевич, как же это так понимать? А это для удобства регистрирующихся. Ну, так ведь это же какая-то несогласованность действий. Но несмотря на несогласованность действий, я люблю тебя, Маша. Ты, видно, любишь. Любишь, коль приказал украсть. А чего не сделаешь в отчаянии? А я не вижу на вашем лице отчаяния. Так оно же внутри. А на лице надежда. И надежды не вижу, Иван Тимофеевич. Машенька, ну что же ты меня мучаешь? Ну что же ты меня мучаешь? Неужели мучилась? Дурень ты, дурень. Да как же я хотела, чтобы ты украл меня? Неужели любишь? Все четыре ночи не спала. Каждому шороху прислушивалась. Да если бы ты появился на крыльце, я сама к тебе на грудь бы бросила. Машенька, клянусь. Машечка. Это ж надо ж через такое пройти. Друзья мои и подруженьки, украли меня старым казачьим способом. Но выхожу я замуж за Ивана Ерофеева по любви. У нас уже по любви, мадам. И вы хотите пригласить свидетелем вас, Григорий Иванович. Еще бы. И вас, Тиран Голубков. Меня. И пусть свидетелями будут это море и эти виноградники. Сам я идиот. Видал идиотов. Тут таких прекрасных, счастливых, честных слов в твоей жизни. От нас для вас маленький свадебный подарок. Заявление. Мое заявление. Так его? Так его? И пусть летит на все четыре стороны. Ну вот, Машенька,
от своего счастья. Товарищи, попрошу всех к столу. Thank you.
заметы рассветы, да тихие ветры. Любовь наша песня, твоя и моя.